справляешься с тремя детьми? Нормально, нормально. Много помощи и, не знаю, приходится справляться, конечно. Кто помогает? У меня няня, несколько, армия. Как ты подбирала нянь? Потому что я знаю, что ты строгая мама, и ты следишь за воспитанием своих детей, ты должна была подбирать няней очень строго. На самом деле мне просто повезло, я давно познакомилась со своей няней, 3 года она уже для меня работает, и нет, правда, было очень тяжело найти правильного человека. Я сначала, наверное, через 30 нянь прошла, перед тем, как нашла очень хорошую няню, но мне очень повезло, она замечательная. Виктора уже покрестили, потому что в вашей семье были долгие споры по поводу веры. Да, у меня Люкас православный, а Нева протестантка. А Виктор еще не крещеный, но мы пока не решили. Я думаю, что мы, наверное, в православии, так как первый сын в православии, как бы, почему нет? Но у меня так с Невочкой, на самом деле, мне Джастину мама даже не дала выбора. Она просто сказала мне: 14 июня у нас будут крестины Невы, приезжайте. Я говорю: окей, то есть мы приезжаем в гости на крестины нашей дочери. Понятно, окей. Твоему сыну Лукасу уже 6 лет. Да. Он уже ходит в школу. Да. Какую? Где? Hill House в Лондоне. Хорошо учится? Это его первый год? Да, он молодец. Он очень хорошо учится. Ты с ним делаешь уроки, ты с ним учишься? Я стараюсь, но нет, в основном я как бы... У меня Анджия, которая няня наша, она учительница, поэтому она как бы более квалифицированная для этого. Последний раз с тобой разговаривали, ты говорила о том, что ты уже наконец-то возьмешь фамилию Портман. Ты больше не Водянова? Нет, я все еще Водянова. Мы просто никак не дойдут руки для того, чтобы...